Под Донецком в среду возобновились военные действия, несмотря на заключенные в феврале перемирие. Как сообщили в штабе Вооруженных сил Украины, сепаратисты начали массированное наступление на позиции украинской армии около поселка Марьинка, расположенного в 20 километрах от центра Донецка. Сюда выдвинулись 10 танков и около 1000 человек. Рассказывает военный корреспондент фонда «Спаси Донбасс» Андрей Филатов. Там впереди от нас в метрах 100 передовые позиции. Там ребята ведут пулеметный контакт с противником. В руководстве ДНР подтвердили, что около Марьинки идут бои. Но заявили, что вооруженные силы Украины первыми начали обстрелы. По данным министра обороны ДНР, 15 человек погибли. Среди них как комбатанты, так и мирные жители. В свою очередь представитель пресс-центра спецоперации Андрей Лысенко заявил. Там используются танки, минометы, артиллерия. Противник пытается продвинуться вперед, но украинские военнослужащие успешно отражают его нападение, удерживают свои позиции и по-прежнему контролируют ситуацию. Сообщается, что бои идут не только в поселке Марьинка, но и в Широкино, которое остается одной из самых горячих точек Донбасса. Как свидетельствуют эти кадры, снятые голландскими журналистами, сегодня поселок Широкино практически полностью разрушен. По данным ООН, с апреля прошлого года в результате конфликта на юго-востоке Украины погибли более 6400 человек.